ты не поймёшь. Вот он какой-то, знаешь, немножечко такой вот. Это вяленый. Вялый, да. Нет, не флегматичный, скажем да, так, да, по да. характеру. Кто-то подвижный. Да, 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 давай, мама, мама. Пошуруй вот его, так. Пошуруй. Ой, ты лижешь его. Давай давай, папа. Вот так. Посмотри. Вот папа это... смотрит. Лапочка. Лапочка. Ну ты хвост там прижал к себе решетке, не видно. Давай попробуй, он еще больше похож. Пальчики синие на него немножечко. Вот он все время вот здесь лежит, такой вот. Что-то значит, прям так хочется пальчиком потрогать. Все на месте, так что... Слава Богу, да. Ну ты потрогай его, да. Мама потрогала. Поиграйтесь. Поднимает его, он что-то не хочет. Поднимайте его, поднимайте. Что-то он тут разлегся. Разлегся. Ой-ой, потягушки. Разлегся. Давай-давай, поднимайся. Ну кто ты? Солнца нет. Ну что ты развалился? Надо играть. Погляди на нас немножечко. Вон там как играет хорошо. Мама, мамочка, давай. Поиграйся. Ой, нифига себе, пузико такое. Тыкенькое. Ну поднимайся, воду. Лентяя. Вот и лень. Эти зайки такие. Нина, не могу помочь. Я тебе что, специалист? В чем короче? Я тебе специалист. Так лежит, смотрите, определяйте. Никто не поймешь. Носики. Слушай, я на тебя часы батареи щелкаю, когда такого льешь лежишь. Слушай, ну пузо какое, ну погладни бы твое пузо, а, малыш. Хочется за лапку, смотри, да? А она я прям. Я хочу погладить. Ну ага, сейчас как погладим. У него, смотри, как. Ты посмотри, какие подушечки у него. Прям ты знаешь, как кожаные подушечки. Морду, плохую морду. Ты как гладкий, не гладкий. Водорки большой. Какие зайки. Дети, дети, ой, мои красавцы, зайка. Ты даже не помещаешься. Зайка. Ну, крупнее. Это поймите. Мне кажется, этот крупнее. Ты крупнее. Ты кто? Девочка, мальчик? Девочка, скажи, я или... девочка. Девочка или мальчик? Девочка, я или мальчик. Вот мы гадаем и не можем понять. Да. Он такой смысл. Смотрите, продвигайте. Да. Ничего не понятно. Девочка, ты или мальчик? И зайчики такие. Носик розовенький. Ты слушаешь нас, да? Ты слушаешь. Ты слушаешь, все мы тебя фотографируем, вот такого лапочку, ты такого пойми, зайчика, флегма лежит такая. Такого котеночка, да так, красота. Слушай, для Егора поделай снимок. Делает для смотри, Егора. Еще для Егора. Вот это же только. Во. Папа же рядышком, рядышком. Папа рядом, рядом с папой. Взрослого зверя. Ну, тогда...